И ты когда играешь, ты типа обнимаешь микрофон. Я так как бы себя настраиваю. Я обнимаю микрофон. Это не смешно. Собственно, в начале этой игры нам показывали ролик, где мужик ехал на машине. Нет, это предыдущая часть. А. А это тогда что? А это где? А мы прошли, что ли, первую часть? Хм. Где я? Кто я? В чем суть? Я реально не помню, что это за место. Я вообще не помню, что это за место. Сейчас я тоже вспомню. И все мы сейчас все вспомним. Так и надо начинать обычно. С воспоминаний. 2 hours later. 2 hours later. Тут надо куда-то идти. Ну что ж, это логично. Возможно, в играх с прохождением, когда дается управление ВСД, действительно подразумевается, что ты куда-то пойдешь. Ну сколько? Все, уже максимум. Я не могу запрыгнуть. Вот для этого и давали. Серьезно? Ну типа это не должно быть так. Разработчики, наверное, знают свое дело. Ладно, я понял. 3 hours later. У меня сейчас эпилепсия вообще. Ну я что сделал? Ну предупреждение теперь вешаю на свой ролик. Какой балкон? Какое предупреждение? У меня сейчас эпилепсия начнет. Осторожно, в этом видео началась эпилепсия. Тебе на балкон. Ну как я туда допрыгну? Не допрыгну я. Так не тебе не отсюда, тебе на этот балкон, который слева. Вот на этот? Нет, слева. На этот? По здоровьям иди. Ну, так... А, он сломался он. Он сломался, он не сломался тогда. Он тогда был Ух ты, сука. Так, теперь тебе надо по лозам залезть, вот этим. Вот лестница, видишь? Да, я вижу. А я уважаю, что мы делаем. Но я не понимаю. Блин, я шел сюда наоборот, преисполненный желанием экшена, всего такого. Ты скажешь, не хочу экшена. Я настраивался. Я настроился. Я расстроился. Блять, лев. Заебал. Почему ты это не прошел? Лучше бы ты это прошел. Ты прошел даже. А нафиг мы тогда этот чекпоинт взяли? Сказал, да. Видео запоролось в конце. Ну, я тоже его тут запорол. Чем? Не знаю. Своим геймплеем? Да. Я запорол, потому что ты просто случайно так, да, все это смотреть, монтировать, отрезать. Мазафака! Сука, пидор. Я не умею прыгать. Надо просто брать. Вот так забираться. Опа! И все, ё-мо! Вы все, ё-мо! И все, ё-мо! Бля. Тебе надо с внешней стороны залезть на эту лестницу. Точно с внешней? Ну, лестница, видишь, она с внешней стороны закреплена. Сейчас выпаду, нафиг. А я же знал это. А патронов нет. В смысле на shift не граната? В смысле как? Ака! А гранаты теперь как кидаются? Вася такой, на горе стоит. Я сейчас выпаду, просто продолжает пытаться выпрыгнуть. Он понимает, что его ждет, но он продолжает это делать. Вот это называется безнадежность. Блин. Я развернулся в эту сторону. Давай с внутренней стороны попробуем. Давай с внутренней стороны. Давай! Давай с внутренней стороны. Там же дилды, блин, стоят из земли, торчат просто, чтобы было. Вместо шипов. Походу размер совпал с... Залетел! Вверх! И на следующий балкон, а там нужно быть открытым. Я застрял! Расстрянь. Только безболезненно. Я застрял.
Дорстак! Дорстак! Можно себя, конечно, заморозить. Надо угол прыжка найти. Где звук? Какой звук? Она бесшумно крутится. Потому что ты в воздухе крутишь. Ну что, она даже такой звук не должен. Вода. Ну чё, мы на кр... Блядь. Мы уже там были. Мне кажется, мы там не хотим больше. А как? Опять сосать. Или там... Кого? КТРЛ! А погромче нельзя как-то подбегать, чё застал? Мы просто подкрались из зоны, сделали куда-то. Просто звук укуса за щёку. Просто за одну булку укусили, я такой, ой. А может вторую? Откуда дробовик на 4? Почему он на 4? Ну давай. Да я забыл, что это ракетомет в основной атаке. Блять, уйди, уйди. Что? Где дробовик? Это нам тоже патрон не был. Нахрен без патронов вообще так идти? Кто потратил все патроны? Потратил патроны. Патроны потратил. Я, короче, совмещу тогда концовку предыдущего видео с началом этого. Что ты в одном видео как бы такой играешь, 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 и потом начинаешь: а кто патроны потратил? Кто все патроны потратил? Ха-ха-ха, это будет так обидно. Все равно, когда себя будешь ругать еще. Я не помню, где мы сыграли. Да кто патроны? Тут как бы мини-босс был, если что, я тебе напомню. Я не помню даже, кто это был. А, такое чучело, которое на четырех ногах ползает и прыгает. У него синяя маска на лице, как такой хвостик, как у метлы на башке. Блин, точно я его убивал? Ну, я точно помню. Точно я, ну мы. Нафиг ты уже спустился? Блять, Рафаэль Микеланджело. Леонардо. Я уже с ума схожу, крыша едет после вот этой вашей крыши. Давай. Все почему? Ты просто всю энергию потратил на квартиру. Надо, короче, следить за базаром. Вот, пятое. Вот с этим надо бегать. Ага, а там такие, блин, эти. Ктуру! Минус один заряд. Минус один труп, значит. В смысле, да, минус один труп. Да умри! Сука, пидор, гандон. Четверка. This is madness? Блин! Как хорошо, что это собаки Дауна. Ужас какой. А как мне сейчас убивать их? У меня вообще ничего нет, кроме пулемета. Пошла, 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 кыш. Рысь. Блять. Stay dead. Блять. Ни хрена, кнопка R меняет их местами? Ебанутый. А как? Дайте чекпоинт, ну да, ну что, ну дайте ХП. Ну вот ХП, конечно. А не, не помню. А может и помог. Прыгать-то на взрывной бочке-то. Ха! Это не смешно.
если кто-то посмеялся, быстро изменились в комментариях. Это не байт на комменты. Это байт на извинения! Твою мать! И твою мать! И твою мать! Если бы ты еще не лагала! Сука, пидорас! О! Это мои комментарии заканчиваются. У меня нет ничего. Ничего нет. Блин. Да, я вспомнил. Все, все, все. Вот на этом моменте мне перестало. Прекрасно, что. И хрен. Ах, да. А как жить, если не жить? Надо, чтобы этот пришел, душесосатель. Или как он? Чтобы он пососал. Мне не нравится. А монетки нормальные. Это что такое? Ладно. Ладно. Да, мы с фаерволов начнем наше знакомство. Какой абьюз вообще, что такие игры, в которых... Сука! Пидор! Блять! Гондон! На... Никаких сохранений не было, блять! Подлад! Инженеры! Какие инженеры? С огнеметами! Это кто? А вас не было! Твою-то мать! А ты там как оказался? Да не было вас там! Все монетки, все шуточки, хихоньки-хахоньки. Че ты делаешь? А, боль. Кто-то сказал кефал или что? Кто че сказал? Я не знаю, ты же не слышал женский голос? Ой, это что такое было? С прожектором просто, он мне светит что ли меня? Я же не демон, чтобы меня светом мочить, а я демон. Ты полудемон. Магнус. Я пришел, да? Ужас. Зеленые стены. Может, у тебя тоже видеокарта полетела? Я забыл, что они взрываться у меня. Арабы взрывают. О, что, стелс? А что, можно? Да кого ты обманываешь-то? Нет, конечно. Блин, гранат нет. Да я сейчас. Да я... Ни хрена он меня ушатал прожектором! Я же тут видел проход. Ладно, опять глюки. Может, в печь?
Ты, блин, противный. Блин, а как пойти не по квесту? Вот туда вот, вот тут. Ё-моё. Это по квесту или не по квесту? Мать твоя. Враги есть? Нет. Можно не спавниться! А-а-а! Заноза в заднице такая. Абьюзы. Арбузер. Говорят они. Я говорю, да. Эй, по трубам. Говно потекло. Ой! Ой! Минус одна. Опа! Да. Что такое? Собака сгорела. Орки отстреливаются так нечестно. Орки. И они отстреливаются. Что ты мне делаешь? Слышал, а взять-то-ка. Я вижу его. А взять-то-ка. А, пролагал, кто-то заспавнился. Правда? Не знаю. Может, я сам себя пугаю. Опа. Патронов нет, ничего нет. Кубок есть какой-то. Что это такое вообще? Ну да, кубок. И что, зависит груш, нельзя взять за три вокселя. Давай. А что не прыгает? Ух, как я сейчас прыгну. И не в ту сторону. Так, Discover, войти тогда. Вот твоя секретарь. Лев, сам решишь, да, ведь? Перезагрузишься, там все, войдешь. Я тебе чекпоинт оставлю, да, ну и все, ладно, пофиг. Я ваши золотые кубки, что ли, пошел? Я пошел драть задницы, и пока что разодрана лишь моя. Предсказываю, что сзади тоже кто-нибудь заспавнится. Привет. Ну сами живите теперь с этим, вот что это за... Ёпты! Растяжка, ёлки-палки. Анальные шарики. Оп, по жопе. Чё, думаешь, только ты кусаешь? Чё, ё-моё? Чё, твари? Да уйди ты! Кровь на лице. Вообще по нулям, все по нулям. Ё-моё! Ух, ёлки-палки. Это дед мне?
What are you doing, step bro? Ну это все, это решение всех монашек. Не всех. Паудер. А, да? Это уже не паудер, это уже джинкс. Это уже джинкс. Медленно так подходит. Ручка не трясет. Второй тоже. Не, ну хилку, хилку вижу. Где это? Но не со мной. Сейчас бы с ниндзями там, да, сюрикены бы перебрасывать. Нет. Мне сюда, что ли? Или что? Ну, получается, сюда. Тут, наверное, подсказка была. Осторожно, инженеры. Ладно. Это не инженер! Ой, блядь! Ни хрена он просел. Извините за мат. А за мат. Работяги идут. Да ты идешь уже или нет, хилки собирать, елки, такие ленивая жопа. 12. 12 раз можно покайфовать. Просто экстаз от каждого выстрела будет. О, 24 раз. Просто. О, у нас спальня. Я обкончаю сейчас. Кто там заспавнился? Пам! 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 Да с хрена ли я отравлен? Да с хрена! 7 хп. By the way. Пам! 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 Ничего не предвещало, казалось бы. Беды? Ну логично же, что когда с дробовика стреляют вплотную, так и хочется метнуть фаербол в тот же момент. Майор. Хочешь, я расскажу тебе о боли в ноге? Я неправильно сказал. Цитата, это не майор. Да что ты знаешь о боли в суставе? Пау! 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 Хреная! А кто еще так умеет? Пау! 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 Умерла, да? Ладно. А чё, а чё ты? А у тебя энергия некончаемая, да? Ты можешь вечно там кататься. Какого чекпоинта там кто-то заспавнил? Вот паудер. Блин, джинкс. Сейчас бы умереть. Какой-нибудь шальной бочки.
Чё, вообще никаких, ни патроны, ни вот это вот все. Вообще ничего. Подходит? Нафиг мне этот проход нужен. Реально спойлер. Там не дорисовали. А, прям кирпичом, прям зубами на кирпич. Там еще какой-то даже проход, комната какая-то. Есть! Застрял в текстурах. Какого волны вообще? У меня 8 снарядов дробовика. Иди ко мне. Ух ты. Ой. Собаки не летают. Опять ничего интересного. Да блин, да как так можешь швырять вообще? Да ё-моё, было бы у меня такое оружие. А, стоило убрать, да? Нет, это можно было бы сделать там повеселее, поинтереснее дела, ну зачем? По-моему, не наносит его. Вот так ему наносит его. This is madness. Ой. Ой. Внезапно, да, заспавнить 4 человек на балконе. Ну и я могу внезапно взять и просто встать вот так под забор. И все, и что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь, разработчик? А, давай, приходи. Пообщаемся за геймдизайн. Я, наверное, сказал что-нибудь, это, мне кажется, там в половине видео не смогу. Да. Ты, наверное, скажешь что-нибудь. Ну, ты сказал, что ты, наверное, что-нибудь скажешь. Ну, ты... А ты говорун-то какой. Ё-моё. Давайте сейчас сразу 500 вот врагов заспавним, ну, чтобы я... Музыка. Mm. Ты слышишь это? Я чувствую, я сам себя сейчас подорву. Все, музыка закончилась. Нет, а нет, это целый аккорд, смотри. Пошла жара. Не знаю, куда мне идти. Там паркур, наверное. А я нихера не вижу. Но при этом я застрял. Ну как он застрял? Я сейчас просто нафиг упаду. Ну пожалуйста. Ну пусти. Это так хп-то. А. Я не вот так надо вот. Первый этаж, ё. А, я не умею плавать, я не умею плавать. Ну встань из лужи. Тут лестница была. Ты решил потратить. Я чекпоинт давно собрал? Может, я могу это? Умереть? Да, можно. Целый аккорд играют. Ну чисто аутро был, дрожжи студиус включает. Че, они не должны там открыть, там вот это вот все дело? Теперь будем аккуратно, конечно. Кое скоро я всю броню потрачу. О! Сосуны! Ну с такими только так.
То есть он отсосал. Отсосал он, а ведь отсосал я. Отсосал он, отсосал. Да хватит уже одно и то же, ё-моё. Посредственность, посредственность, посредственность. Все в крови. Все в дерьме. Че, мне вниз, вверх? Ну, он же физически вверх. А, в дыру? А это не та дыра, из которой я пошли... Обычно в таких моментах вот это бывает. Но мы-то знаем, что тут эти сосуны темные. Ужасное оружие. Ну, камон. Сразу с таким количеством хп становится теплее и веселее. Тверк. Shake that. Every day I'll shuffle out. Да нифига у меня массив. Мать. Перемать. Я даже боюсь, что надо... Спуки скелли, скелли. По-моему, он все-таки дотянулся, да? Я не понимаю. Кого ты обманываешь? Я, конечно, возьму. Там, наверное, тоже что-нибудь. Да хай! Ха! Ха! Ёлки-палки! Естественно! Мама. Факт защиты, да, мам. А! Оно проникает! Оно умеет ходить по пещерам! Ну я поднимусь по лестнице. Сегодня у меня. Такое чувство, что там должен мужик сейчас сидеть. Ну, мужика-то нет. Вот, женщина говорит, что ты мне говоришь, что ты не слышал голос? Какая женщина начнется? Не смей так говорить. Ну, короче, что она сказала? Блин, я не прослушал, я прослушал. А, ну конечно. Я женские голоса, которые непонятно что говорят. Это здесь женщины. Ох уж эти ваши сексистские шутки. Где это? Вот он. А что он, куда он убегал? А с ним так сработает? Реально сработает. Блин, ты ж пират. Ты ж наш. Сибирский. Почему такой выродок? Ой-ой-ой. Вот это не наши сибирские. Ой, блядь. Ой, блин. С ноги, с вертухи, с головой. На! О, ужас. Ой. Так, секунду. А потом спрашиваю, а что у нас запись оборвалась? Ух, ём! О, еще один мини-босс. А так сработает? Оп! Ух ты! Нифига себе! Это был не мини-босс. Это был не мини-босс. А ты такой, что? Так, типа, я просто тупо заворозил, ваншотнул. Бля, что-то, по-моему, другой ком, да, сразу?
сказал дроговиком, скажу. Да блять! Мне кажется, только так и надо, да, с ним сражаться. Я, блин, все просрал. Ты 200 брони было. Я знаю. Я пипец, я не уважаю, что они делают. Может, мне не надо тогда тратить патрон для дробовика? Я просто уже сейчас не успеваю физически. Какой пузырь. Ваши патроны. А ты сразу такой, что? Что? Там Марианская. Где я, блин? Какой рынок? Нет. Где я? Какие собаки? Я не помню это место. Было 30 минут назад. Где я? Ты сам решил. Где я? Я же брал сохранение вот недавно. Вот же я недавно брал сохранение. Где? Ну это, ну это все, это все пиздец. Ну это пиздец. Сколько можно? Как можно так по крутим попадать идеально? А я балконом ошибся. Там бельёрз соседка развешивал. Поскользнулся на крови грязного кобальта. Да, блядь. Вы только что мы в загрузках смотрели, его не было. Вот, теперь точно чекпоинт гейм сейф. Всё. Видимо, ты его перепрыгнул. Так я 50 раз возвращался по этому маршруту, ты же помнишь, а, я нет, до нет, этого... ты вроде зашел сюда и убежал. Может, игра подумала, раз ты убежал, то тебе чекпоинт. А что так? Можно было что ли? А что, неплохо? Стей. Вдох. Какой-то в Injustice. Stay down. Шам. Бэтмен, ёлки-палки. Иди-ка ты нафиг. Мини-босс. Да, мини-босс. Мини-босс. О, мини-босс. Что? О! Видишь, как все просто. Ты чекпоинт взял и броню всю не потратил. Уйди! Бррр. А, идите. А почему внезапно так хорошо стал играться? Что кофе выпил? Точно, точно. Кофе! Ты всю энергию растратил на паркур. Кофе варки. Рекомендую. Че, можно и умереть? За картой? Наверное, я сюда не должен был идти, да? Должен был идти. Я откуда знаю, куда я должен тут идти, играю? Открыто. Там, где враги. Я не знаю, как оттуда выбираться, типа. Escape, load. Нет. Этого быть не может. Вот так вот. Блять. А почему? Потому что вот. Никаких escape, load. Опа, 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 хп, который не нужен теперь. Музон пошел. Такой оборачиваешься. А на самом деле они сейчас союзники, ты играл в бой, они за тобой бежали. И вдруг я внезапно, да? Заводной апельсин такой начался. Чего они так мирно стоят сегодня?
Я говорю, это союзники. Ну, походу, реально союзники. Отлично попал в столбик. Ну вообще, где импакт, где сопротивление? Ох, ё-ё. О, провалился. Не, ну я предпочту пиратское приключение. Пушки! Да почему? Вот это да, вот это я понимаю с пиратами сразу. Оставьте меня здесь. Я буду тут. Ух, ёпта. Мне нравится, как они просто стоят. Меня тоже испугает. Вот этот вот особенный. Он просто понял, что он в этой игре не нужен. Ну нафиг они так делают. Ой-ой-ой. И все, и представляешь, все, остался один. Блять! Я сохранился. Я сохранил. Такой демон по башне со злым видом поднимается. И убивает инженера. ХП, да. Итак, 200 было. Куда тебе еще? Сколько можно хавать? Это компенсация. Огромный демон. Это отрыжка была. Огромный демон перед ними. А что мне куда? Ну где этот? Показывает стрелочка. Сюда. Вниз, что ли? Ну да. Вон туда она показывает, да? Вниз. То есть вся задача была пойти на маяк. Я в демонической форме поднимался, чтобы спуститься. Тебе нужно было очень эпично убить последних инженеров. Вниз? Теперь тебе наверх говорю. Да блин, что? Да? Нет же, вон туда показывает. А, ну тогда иди туда. Ну, я понимаю, по причалу пугаю. Вот это мне понравилось. Вот это, и пираты, и скелеты, и вот это вот все демоническое вот ваше. Вот, целый час. Это вот, не знаю, ужас какой, я плакать сейчас буду. Офигеть, ты фига монстров не бил. Да. Я слишком опасен для этого ада. Подожди, смотри, экран не гнет. Морфин-то демон 10, там я дубанул, что ли? Хангар? Какой мир? Ты демон. Сохранение? Вот тут начало игры, вот тут чекпоинт такой, да? Водила. Это что за... Ух ты. Новая пушка. Ух ты, пух ты. Сколько врагов? 274. Что-то маловато. Маловато будет. Это все боссы. Чекпоинт, чекпоинт. Чекпоинт решил, кстати, не засчитываться. Чекпоинт, а ч- начал. Тут звезда какая-то горела, ты же видел? Я нет. А, нет? Ты не видел? Че это такое? Это твой, этот. Только ой, модернизированный теперь. О, ваншот, ванкил. Я даже не помню, что произошло. У меня ничего не работает. А, альтфа! Я понял. А, ну вот теперь чекпоинт. Вот, значит, туда надо идти. Ой! Ой. Блин, ну это расстрел.
Я что-то как-то даже и не понял сразу. Где? Какого черта? Черт, карта просто пропадает. Ой-ой-ой, а они это не очень нравятся. Мне это вообще что-то как-то не очень нравится. Не все тут. Ладно. Погнали. А че по хп? У меня. Нет, не у меня. Их. Ладно, это не меня с вами запер. Это вас заперли со мной! Что это за плевальщица? Мне кажется, это надо мне это поберечь, чтобы. Что-то вроде такого надо использовать там. ХП вообще что-то улетели. С такими инженерами-то, конечно. Еще внутри, наверное. Ой, внутри. Вот сзади меня спавнится. Внутри. Ты что, женщина, чтобы у тебя внутри кто-то спавнился? О, женщине никто не спавнится внутри, просто так. Там надо вести особый образ жизни. Да... Меня терминаторы эти пугают. Ой, он гранату кинул. Блин, музыка такая классная в этой игре, что я аж нее не слышу. Ой, я забыл, что он такой у меня. Я не хочу брать хп, я хочу взять пушку. Но это не пушка. Ну, в смысле, это не совсем пушка. Ладно, я взял одну хпшку. Еще возьму. Не дадут. А, вот патроны-то были все это время, где? Ну да. Да, они и хотели, чтобы я пользовался этой пушкой. Да кто? Ты не обнаглел? И теперь ты решил спрыгнуть, да? Вот стоило мне, значит, акцентировать на этом внимание. Сакцентировать, я бы даже сказал. Сакцентировать даже бы акцентировал. Ладно. А, я говорил! А я говорил! А я говорил, за моей спиной будут. Опаньки. Какая стандартная ситуация. Ой. Ой. Они там между собой, по-моему, воюют. Вот и все, всех усмирил. Прикинь, кажется, что это бесконечный коридор, и на самом деле там надо какую-то задание выполнить. Какую-то задание! Мать твою! Я слишком молод. Я слишком скромен. О-о-о. Ну, это, конечно, все круто. Но я не... Я не понимаю. У тебя пушка новая есть. Да, она есть. Блин, такой классной озвучки в этой игре я, конечно, давно не слушал. Я не понимаю. Вот 270 врагов, все здесь. А чё? В смысле? Ну, типа, хоть музыку включи. Я честно скажу. Это просто, ну, самое идеальное место для того, чтобы включить хардроцк просто, я не знаю это. Нет, ты что, ты же знаешь эту игру, они максимум только на один гитарный риф способны.
Ой, я в себя. Я в себя выстрелил, да? Да я даже не знаю, тут озвучки нет. Звука нет. Вот здесь разорвались. Бочка взорвала. Я ору с озвучки. Блять, да блять! А кого их так много? Мне туда надо бежать или куда? Я не понимаю, это очень много. Мне кажется, это просто арена. Какая арена, блин? Иди нахуй на эту арену, блин. Я на арену пришел, что ли? Ну ты же видел, какой у него большой разрыв? Ебанутый! А я тут при чем? А нельзя там, ну, блядь. Ну это нельзя. Ну нельзя-то. Вот что это? А почему это? А почему дробовик внезапно не пробивает? Да ну, какие мощные? Пишем выстрел 3 надо. Пошли нахуй, такие враги. С такими врагами и друзья не... Ой, стоп, наоборот. Нет. Хорошо, чем больше их спавнится, тем больше их умирает. Брони у меня все больше убирает. Эти-то еще куда не... Ох, куда не шло, говорю. Ха, я их вспомнил. Бля. Илюха. Чё, 100 врагов осталось. И они все здесь. Блядь, Илюха. Что, 70 врагов осталось. 44 хп осталось. Так собирай, вот смотри, сколько тут наплодил. Там ядра какие-то странные. 8 хп, бля. Сейчас на свою бочку-то наступил. А нафиг она там лежала? Я не хочу убивать. Последний сейчас волна будет. Я не вынес. Сколько их осталось? Все, последний сейчас волна будет. Сколько их осталось? У меня 84 хп. 60. Нет. Вот ты его убиваешь, последний спавнится. А хрен тебе, вот тебе чекпоинт. Видишь, еще пушка. Уровень просто надо как бы менеджмент твоих ресурсов. Ой, так какая-то. 60 врагов, ты самое сложное уже позади. На тебе последний. Давай на бочку, давай. Все, взорвалось, взорвалось. Честно, взорвалось. Там какое-нибудь долбанутое достижение, да, там задание миссии, типа, активируйте режим сатаны, вот это вот все. Да, 15 хп. 30 врагов осталось. Вообще не здорово, вообще все это да не ты здорово. Врагов на 46 хп. Ну, смотри, они по 5, сколько? Сколько ты сказал? 30 врагов. 30 врагов, а тут 30 уже отспавнились от тех 60. Какой мы вывод делаем? Узкие коридоры. Все, вот последнее. Давай, локация последняя. Они не умерли. Они не умерли. Они газ пустили. Они инженеров пустили. Все, 20 врагов. 20. Меня жгут. Меня жарят не по-детски. Все, вот последние 10. Ух, не получится бы. Ё-моё. Да. Что за Макс Пейн такой?
Это Васян, ты чё? А, Васян. Это тоже Васян. Типичный мир Васян. Биль, пожалуйста, Это улыбка. Ла-ка-лют. И глаза, да? Лазерная коррекция. Top dogs are corrupt warmongers who devastate the land for their own advantage, leaving desperate souls behind. The only honest guys seem to be the horned ones, because you know right from the beginning every word they say is a lie. I understand your anger, Bill, but with faith in God's will, you can achieve what you seek. If I could share her optimism, so what? I'm all alone here, as far as I can tell. I don't think I have the power to fight demons and angels at the same time. No offense, but with your pretty face alone, no war would be won. Do not despair. I shall give you a gift from the Golden Throne. For this is the power that banished the mighty, destroyed the great and broke the mighty behemoth. Feels like a damn good shower. There she goes again. And now, still not sure what or who I shall believe. Sing epiphanies in the afterlife. On the other hand, let's clean up purgatory. Попадаешь ты такой в чистилище, короче, да, и там мужик какой-то зачистку делает. И ты такой, я всего лишь обычная душа, которая боится. Да, зарубай-ка. Все, видишь? Всех убили. За 8 минут. А надо было за 5. Все, босс остался. Этот босс. Высокие моря, давай.